Встречайте, Свешникова Вера Константиновна. Нет, это не она! Мы не хотим, чтобы вы нас воспитывали!
Эхэс. Она всегда выполняет свои обещания и учится за их уважением. То-то. С ним участвуют в экологических и благотворительных акциях. Ну-ну. Ку-ку, мой мальчик, я вас тоже построить смогу. Извините, тетенька, но вы нам не подходите. Фу, как некультурно отказать даме. Вам нужно хорошо воспитать ребенка. Мой номер 333-222. Что вы рассказывали о ней и поняла, это профессионал своего дела и очень добрый, замечательный человек. Наверняка она состоит в нашем клубе «Леди Совершенства». Ребята, а как ее зовут? Вера Константиновна! Точно, точно, есть там такая. Там третий день идет конференция для самых лучших волшебниц-учительниц. Школьная жизнь будет еще интереснее. Сколько написано в мире книг, сколько прочитано лекций умным о том, как воспитывать нам детей пытливым и добрым, смешным и шумным. Пишут о строгости и о такте, что благо, а что для учебы враг. Твердят, что воспитывать надо так-то, а по-иному нельзя никак. Находите время для детей, рассмотрите взрослых в них людей, перестаньте ссориться и злиться, попытайтесь с ними подружиться, попытайтесь их не упрекать, вовремя послушать и понять, обогрейте их своим теплом, крепостью для них пусть будет школьный дом. Вместе с ними пробуйте, ищите, обо всем на свете говорите. Всегда незримо направляйте и во всех делах им помогаете. Тысячу мнений, простых и сложных, как разные курсы для корабля. Здесь все очень сложно, но и очень просто. Будьте хорошими, друзья!